Ну что, начнем с комментария матча. Напряженная игра получилась. Ну да, это соперник, когда мы в Нижнекамске играли, очень хорошо против нас играли. И мы знали, что они за плей-офф цепляются, так что вышли хорошо. Конечно, было обидно пропустить в третий период, но наше большинство хорошо забили и сравняли, потом выиграли. Сегодня снова сработала тренерская вот эта идея с тем, что мы играем в большинстве овертайме, снимаем голкипера. Насколько вам комфортно таким преимуществом пользоваться, Нальдо? Ворота пустая, это некомфортно. Надо иметь железные яйца. Ну, вообще, если по матчу говорить, так 4 матча против Нефтехимика, такие весьма сложные, упорные получились. Все-таки за счет чего сегодня удалось победить? Потому что 2 раза от характера или установки? Ну, это такое время в сезон, где все стараются. Это или плей-офф, или домой, знаешь. И мы все понимаем это и боролись. И кто один ошибся, другой поддерживает. Ну и самое главное, серию домашней закончили победы. Сейчас непростой выезд ждет. С каким как раз, понятно, что хорошее настроение, насколько важно было как раз сегодня выиграть? Очень важно. Каждая игра сейчас важна. Это не разница соперник. Это здорово, что мы выиграли, нашли как выиграть. Потому что у нас много бывает, где мы проигрываем из-за третий период. И мы нашли как сравнить и еще выиграть. Победа. Спасибо. Спасибо.